Салют в Москве. Берлин затеял рано. Ведь надо было Ряжск еще пройти. Но танковый кулак Гудериана уперся в неприступные пути. И вот тогда народ наш вспомнил Бога. И Кремль икону поднял в синеву. Рязанская железная дорога не пропустила немцев на Москву. Она тогда на них взглянула косо, отдав, что было лучше, в горсти. Как ураган бессмертные матросы сметали нечисть на своем пути. Про этот бой страна тогда не знала. Но вот отсюда начала она. Из Круповского падшего металла ковать своим героям ордена. А Ряжск не пал. Его железный узел врага за горло плотно взял тогда. Чтобы мужик рязанский, косопузый, не знал господ на хуте никогда. Есть рубежи, наверное, и круче. Есть города, где были пыль и прах. Но Ряжск мой жив, и помнит он, и учит, что русский дух не знает слова страх. И пусть враги не верят в эти сказки. Мы в бой идем с отчизной на устах. И точно знаем, в 41-м в Ряжске задолго до победы пал Рейхстаг.